По меньшей мере 1000 палестинцев пострадали и двое погибли в столкновениях с израильской армией. Погибшие получили смертельное ранение из огнестрельного оружия в секторе Газа. Также накануне военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по северной части Газы. Там находится тренировочный лагерь палестинской организации «Хамас». Это был ответ на ракетный обстрел еврейского государства. Напомню, 6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и решил перенести туда американское посольство. Его решение вызвало волну протестов в регионе.